такой интересный процесс мы наблюдаем. А вот они ее собирают, оказывается. Так, а этот едет за ним и делает из него кирпичи. Этот кирпич должен, скорее всего, свалиться. И он его ставит. И вот этот третий уже. Куда делся третий у нас? Третий исчез. Третий куда-то исчез. Третий собирает эти кирпичи уже. А вот он. Сейчас появится третий. Немного отошел. Летают мошки. Вот он сделал кирпич вот этот. И он его вон туда положил. Видать, он у него сам сзади сваливается, я так понимаю. И сейчас вот этот поедет, возьмет его и тоже сложит вот сюда. В общем процессе участвуют три машины. Такие вот дела. Очень сочно, так смачно здесь пахнет покошенной травой. Вообще здесь приятно находиться. Каждый день вот так сижу, каждый вечер около этой речушки и любуюсь вот этой вот красотой. Потом он так не спешит за следующий. То есть ждет, пока этот закончит. Потом второй закончит. И только потом уже делает очередной круг.
такой процесс. Да, что ж, пока вроде все. Скорее всего, сейчас он его привяжет, вот эту всю штуку, и повезет на этом тракторе. Прицепит, наверное, так должно быть. Так, кто его знает, сейчас посмотрим. Какой-то домик стоит. Интересно. Окна забиты. Вообще кирпичами заложено. Выключаюсь. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.